Черкесски чествовали талантливого боксера, серебряного призера чемпионата СКФО по боксу Аскера Тамбиева. Представители рода Тамбиевых поздравили юного спортсмена, пожелали ему дальнейших успехов и новых побед. Уже скоро Аскер Тамбиев примет участие в чемпионате России, который пройдет в Оренбурге. На чествовании побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Аскер Тамбиев занимается боксом уже 6 лет. За это время юный боксер показал высокие результаты, удивляя всех своим мастерством и непоколебимой волей к победе. На чествовании президент фамильного рода Тамбиевых Леон Тамбиев отметил, что очень важно поддерживать наших спортсменов. И сегодня каждый из нас сможет поближе познакомиться с Аскером и, конечно же, поздравить с его достижениями в боксе. Основная цель, чтобы популяризировать здоровый образ жизни, чтобы молодежь, которая подрастает, они, ну, на чем сейчас воспитаны? На американских фильмах чего-то. Когда видят рядом, вот есть, можно чего-то достичь, я думаю, много ребятишек вот сделает выводы и пойдут по правильной дороге. В весовой категории до 53 килограммов Аскер Тамбиев в ходе жестких поединков завоевал серебряную медаль на чемпионате СКФО, который проходил в Грозном. Тем самым выполнил норматив на звание мастера спорта по боксу. А уже через несколько дней Аскер стал победителем всероссийского соревнования класса А на призы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Теперь юный боксер примет участие в чемпионате России, который пройдет в Оренбурге. Председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев наградил родителей и тренера молодого спортсмена Эльбруса Халкечева медалями Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии. Этот парнишка, он прославляет в первую очередь себя, свою фамилию, свою республику и нашу Российскую Федерацию. Дай Аллах ему силы и здоровья вот в этом деле, чтобы он и дальше это прославлял и побеждал всех. Для нас что нужно делать? То, что мы вот сегодня собрались, это действительно мы должны вот этого парня поддержать. Аскера всячески отговаривали от этого вида спорта, но он не хотел оставлять занятия боксом. Сегодня мы рады тому, что наш сын смог реализовать себя как спортсмен и стремительно идет к своей цели, отмечают родители. Обычно я сам поединок не смотрю, пока не узнаю результат. Только в записи смотрю. А в этот раз уже средний сын был дома, и он говорит: «Мама, нечего отлынивать, давай иди сюда, и будем сидеть все вместе смотреть». Ну, пришлось, подчинилась, пришлось, посидели, посмотрели. Ну, я все, ну, как сказать, радость, конечно, что он успешно закончил бой. К каждому поединку нужно заранее готовиться и в ринге быть готовым ко всему, отмечает Аскер Тамбиев. Ведь ты не знаешь, насколько силен твой соперник, поэтому нужно идти вперед и не сдаваться. Чемпионат России очень сложный, конкуренция там очень высокая. Ну, рассчитываем минимум попасть в сборную России. На твой взгляд, что дает стимул идти вперед и доходить до самого конца в бою? У каждого, скажем так, свои амбиции. Каждый по-своему мечтает. Не знаю. Главное, верить в то, что ты делаешь. Я думаю, это и есть успех. Ну, ключ к успеху. Собравшиеся поздравили виновника торжества и пожелали ему дальнейших успехов на предстоящем чемпионате России. Алихан Лепшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия.